Мастер-класс по прическам, непринужденная беседа и теплая атмосфера. Так началась вторая встреча участниц проекта «Рожденная побеждать». Все внимание было уделено вопросам по уходу за волосами. Сегодня мы будем рассказывать о том, как делать укладки, как правильно пользоваться стайлинговыми средствами, ну и даже такие элементарные вещи, как просто правильно помыть голову и правильно нанести уходовые линейки. Каждая девушка приметила для себя несколько лайфхаков, о которых не знала раньше. Ну, то, что как можно мыть голову, ну, по-другому. Пока ты немножечко капельку накапал, помыл немножечко и смыл, а потом уже повторно, тщательно смываем. И если в прошлом сезоне девушки преображали себя внутренне и внешне с помощью психологов и стилистов, то в этом году к партнерам конкурса добавился профессиональный тренер-реабилитолог, который знаком с процессами реабилитации, в том числе и на своем опыте. Вообще в реабилитацию я попал после того, как сам себя реабилитировал. Скажем так, у меня была очень серьезная травма. Мне так врачи сказали, что 50-50, будешь ты ходить или не будешь. Накопился определенный хороший багаж знаний. Это будет индивидуальная программа для каждой девушки. Если будет возможность у девушки посещать какой-нибудь тренажерный зал, то эта программа будет написана под тренажерный зал. И программа тренировок, скажем так, в домашних условиях, хотя бы для того, чтобы грамотно могла поддержать свое не только функциональное состояние, но и укрепить мышечный корсет для того, чтобы не было никаких в дальнейшем проблем. На этом сюрпризы от организаторов не заканчиваются. В этом сезоне они решили подарить одной участнице полное внешнее преображение. В рамках проекта мы предусмотрели одну из участниц сделать для нее преображение. То есть это полноценный комплекс услуг, направленный на то, чтобы ее переодеть, сделать новую прическу и изменить ее в финале уже до неузнаваемости. Репетиции финала конкурса начнутся только осенью, а пока продолжается серия тематических встреч, ближайшая из которых будет посвящена нумерологии.